Всем привет! Рада приветствовать вас на канале про IKEA. Мы снова с вами, снова вернулись к вам и возобновляем наши обзоры с новым желанием, с новыми силами. Сегодня мы снимем несколько обзоров, поэтому не пугайтесь, когда вы увидите на разных видео одинаковую заставку с приветствием. Сначала мы с вами прогуляемся по детской, нас просили снять ящики для хранения, детские игрушки. Потом попробуем найти новинки в Нижнем Новгороде по зимней коллекции. Она уже появилась на сайте, но, к сожалению, пока еще есть не во всех магазинах. Ну, и еще снимем какой-нибудь из обзоров по вашим просьбам. Пойдемте сначала в детскую. Одна из наших подписчиц попросила снять обзор по детскому хранению, то есть это контейнеры, коробки, в общем, все, что можно применить в детской, чтобы это не просто коробки белого, там, зеленого цвета, условно, какие есть в IKEA стояли, а чтобы это было красиво, интересно, нравилось детям, но и при этом устраивало мам. Значит, пойдемте смотреть. Первое, это вот такая вот, это корзина с крышкой, флитбар, она у нас в двух цветах, вот такая вот черно-белая с зеленой крышкой и с желтой крышкой. С желтой крышкой она вот здесь у нас наверху, и вот здесь я покажу вам ее в упаковке. Сейчас мы белую с зеленым возьмем, я вам покажу, что внутри, как что крепится, потому что девочек интересовало именно вот это. Значит, вот эта корзина. Крышка у нас вот на таком хвостике. И сам хвостик, он на липучке. То есть, если вам, например, ну, не нужно что-то решили отстегнуть, вы просто снимаете, и у вас получается такой вот мешок. Так, значит, внутри вот эта вот частичка, это крепятся ручки с двух сторон. Внутри корзинка вся белая. Здесь тоже вот такие липучки есть. Вот они. Соединяются между собой, как бы, ну, фиксируют корзинку. Так, значит, из нюансов. Вот такая вот сеточка. То есть, если вы используете корзину для хранения вещей, это все будет проветриваться, не наглухо закрытое. Ну, и вот как она у нас выглядит. Просто стоя. Следующая серия – это новинки. Ангелеген. Разные коробочки разного формата, разные цены, разного цвета. Значит, смотрите. Сначала вот такая вот коробочка. Вот такая вот коробочка в желтом цвете. Размер у нее 25-44 на 17. Вот она. Тут такая вот вставочка, видно, что храним. Значит, вот что у нас внутри. Ручки у нее расположены с двух сторон, поэтому если что-то тяжелое положили, ее удобно передвинуть. Так, заглянем вовнутрь к ней. Внутри у нас вот такая вот вставочка, она полностью убирается. Она дает жесткость этой коробочке. Если нужно убрать, сложить ее, то просто убрали, жесткую вставку свернули, все, коробка вам не мешает. Возвращаем ее на место. Следующая коробочка. Уже большего размера, из этой же серии. Размер у нее 25-44 на 25. Цвет называется черно-белый, но есть оранжевые вставки в виде ручек и дна коробки. Функционал у нее точно такой же, она отличается только цветом и размером. Вот что у нас внутри. Точно такая же жесткая вставка. И также у нее две ручки. Дальше из этой серии большой красивый красный ящик. Смотрим этикеточку, чтобы если вы когда захотели купить, знали, что искать в магазине, либо что заказывать. Такая вот синяя ручка. Серого цвета дно. А внутри, ну, что-то наподобие, что используют для изготовления теплиц. Как правильно называется? Ну, не поликарбонат. Ну, вот какой-то вот такой синтетический материал. Да, что-то типа сотового поликарбоната, но потоньше. То есть она хорошо держит форму. Здесь, кстати, она разрезанная вот в этом шве. Поэтому вы спокойно складываете, не ломая конструкцию. Такой вот ящик. Так, из этой серии вот у линейки есть еще комплект ящиков, но я почему-то не вижу его на выставке. Вот он. Здесь три ящичка, они все одного размера, желтые, черные и красные.
размер у нас получается 18 на 27 18. К сожалению, убрали его с выставки. Сейчас я вам найду ценник. Вот 699 рублей стоит комплект из трех коробок. Так, пойдемте дальше. Дальше у нас будут мешки. Их 4. Вот они с обезьянками, с джунглями. Просто оранжевый и серый. Я вам сейчас сначала покажу этикетки, ну, ценники от них с артикульными номерами и названиями, а потом один из мешков разберем. Вот деревья, бирюза. Здесь вот изображено что-то подобие джунглей. Внутри у нас ткань, она такой гладкая, очень похожа, как будто прорезиненная, покрытая чем-то. То есть, если даже что-то, мне кажется, мокрое положить, не промокнет. Холщовые такие ручки. Ну, такой вот большой объемный мешок. При этом форму он не держит особо. То есть, ну, тут мягкий, да, как и на лошади, что с лошадью у него такой он будет стоять. Мешки все такого типа. На самом деле отличаются только рисунками. Это вот у нас мешок с обезьянками. Сейчас найдем на него ценник. Так, нет, это слокинг серый. Вот обезьянка. Дюнгельскок. Так, дальше у нас будет слокинг оранжевый и слокинг серый. Вот у нас оранжевый. То есть все то же самое, что у обезьянок и деревьев. Такой вот оранжевый мешок. Просто расширили линейку по цветам. Это оранжевый. И это серый. Качество исполнения одинаковое. Повторюсь, отличаются только рисунками. Так, это у нас, значит, все, что касаемо ткани. И есть у нас еще пара наборов. Вот такой вот ящик с отделениями слектинг. Вот они, серый бирюза, их 2. Они немного разного формата, размер у них одинаковый, отличаются количеством разграничителей ячеек внутри. 699 рублей стоят такие ящики. То есть вот это вот ничего не убирается, но можно сложить и убрать, а так переместить, подвинуть не получится. То есть если вы как бы взяли, так этим и пользуетесь. 699 рублей стоит такой комплект. И еще набор ящиков с отделениями. Его, к сожалению, нет на выставке. Мы сейчас, я его увидела в одном из гардеробов, мы его сейчас найдем. Значит, вот такой вот ящик с разделителями стоит 499 рублей. Этикеточку я вам только что показывала. Еще смотрите, есть вот такая вот секция для хранения с отделениями, но пока ее нет в наличии. Она, кстати, с очень хорошей скидкой. Маленький такой вот разделитель, наподобие скуба, только детского. 3 ячеечки. Все эти ящики, которые мы с вами посмотрели, про которые я вам рассказала. Как это выглядит в масштабах шкафа и стеллажа. Теперь, ребят, самый популярный ящик в IKEA – это Весла. Ящик с колесиками. Просили показать подробно колеса. То есть вот то, что, за счет чего колесики ездят. Это сами колесики. Их 4. Колесики не откручиваются. Детей удерживают, кстати, хорошо. Мы катались. Ящик. К сожалению, нигде не пишется объем. Нас спрашивают про объем. Я вот его найти нигде не могу. Значит, ящики сейчас белые, голубые и розовые. Вот они все 3 вида. И вот такая вот прозрачно-белая крышка. Ну, у нее функционал крышки, и для того, чтобы ящики составить друг на друга, в эти пазы становятся колесики, чтобы ящик, колесики, чтобы не ездили, ящик никуда не убегал. Дальше давайте посмотрим серию Глиз. Тоже популярные контейнеры. Они в 2 цветах продаются. Вот такой вот бело-желто-розовый. Вот они. 149 рублей. И такой вот голубой, зеленый, белый. Контейнер очень удобный, объемный. Сюда очень хорошо умещается вся канцелярия, карандашики, ручки, фломастеры. Все сюда можно сложить.
никуда ничего не высыпается, то есть вот в закрытом виде, да, крышка никуда не выпрыгивает. То есть даже что-то перевернулось, нигде ничего не рассыпалось. Еще есть вот такой замечательный контейнер Глёс, но тоже я не вижу его в выставочнике. Придется показывать так. Значит, вот он. Вам стоит здесь только догадываться, в принципе, на сайте все это есть. Здесь 1, 2, 3, 4, 5 отделений. Часто рукодельницы заказывают, то есть нитки, иголки, всю вот эту мелочь сюда можно сложить. В принципе, у него такой же, как у маленьких. То есть плотная крышка, никуда ничего не падает. Вот такой вот пластиковый контейнер с разделителями уже внутри. И у нас еще осталась самая красивая серия в детском хранении. Это серия чемоданов Flute Bar. Ценник, конечно, не маленький. Кто хочет, ждите скидок. Кто не хочет, покупаем сейчас. Значит, ручка декоративная, заклепки такие, то есть выглядит это вот таким вот настоящим чемоданом, да? Ребятишки любят игрушки, которые выглядят как реальные. Сейчас давайте покажу, что внутри. Вот это вот липучки, они отсоединяются, крышка фиксируется. Внутри у нас вот такое вот красненькое дно. Тоже, кстати, есть вентиляционные окошки. Плохо видно красное на красном, но вот я думаю, такие вот вентиляционные окна. Опять же, для хранения вещей, чтобы ничего не заветривало. И вот такая вот крышка, черно-бело-полосатая. Пойдемте, я вам всю серию это покажу, мне она очень нравится. Выглядит очень необычно, детки любят ее. Значит, смотрите. Fruit Bar, вот то, что мы сейчас смотрели с вами, красно-серый, точно такой же есть серо-голубой. Ну, такая вот градация, да, девочки-мальчики. Внутри показывать не буду, все то же самое. Отличается только низом, то есть тут голубой, там был красный. Есть ящик Fruit Bar кроватный, он низкий, всего 15 сантиметров. Его можно под любую кровать поставить и займет очень мало места. Ну, конечно, выставочники они такие уж, сами понимаете, да, потрепанные. Тут вот, как у настоящего чемодана, этикеточка. Можно написать имя, фамилию ребенка, кто очень любит путешествовать и играть дома в путешествия. Липучка. Их две. Крышка откидывается двумя частями. Здесь внутри спрятаны вешалки. Тоже вот такое вот окошечко вентиляционное. И вторую часть тоже можно откинуть. То есть, не доставая коробку целиком, вы можете, допустим, вытащить что-то, достали, задвинуть ее обратно. Это тоже, в принципе, удобно. Так, есть еще очень большой ящик, коробка с крышкой. Я ее называю сундуком, потому что размеры как у настоящего сундука. Внутри перегородка разделена на две ячейки. Тоже есть ручки для переноски, потому что все-таки такой объем, если сложить, то можно и свалиться с ним, да? Так, ну вот это вот. Часть у нас декоративная, такие вот желтые мягкие ручки, они очень плотно пришиты, то есть если захотите поменять, нужно будет постараться. Так, крышка у нас однотонная, точно такого же зеленого цвета, как сама. И вот еще два таких симпатичных товарища из этой серии. Такой вот чемодан, мне кажется, такие чемоданы вполне ребенка можно брать с собой путешествовать. Такой вот оранжевый товарищ, сейчас я вам покажу, что у него внутри. Значит, здесь вот такой вот карман с сеточкой. Здесь прям полная имитация такого взрослого чемодана. Само отделение. Угу. Здесь, значит, у нас тоже открывается большой карман. Сюда можно что-то еще сложить. И вот здесь кармашек. Остальные части уже носят декоративную функцию. Такие вот колеса. Здесь ручка, она задвигается чуть-чуть и чуть-чуть выдвигается. То есть, ну, прям вот оптимально подросток небольшого ребенка. И ручка для переноски тоже у этого чемоданчика есть. Сейчас я его сложу, мы вам его покажем еще раз в полной красе. Ручка, колесики, сам чемоданчик. И остался у нас последний чемодан для игрушек из этой серии. Последний чемодан для игрушек из этой серии у нас остался. Все то же самое, что у больших, только маленького размера. Но при этом ценник тоже поменьше. Значит, вот у нас окошечко. Вот там внутри спрятали. А спрятали здесь детскую железную дорогу. Вот у нас серая.
окошечек вентиляционных нет. То есть подразумевается, что вещи вы здесь хранить не будете, это будут, скорее всего, какие-то игрушки. Спасибо всем, кто посмотрел наш обзор до конца. Банальщину говорить не буду. Не забываем писать комментарии и обязательно пишите, что хотите увидеть в следующий раз, чтобы вам не ждать выхода того или иного обзора. Всем пока и спасибо!